Как ваше состояние сейчас, на сегодняшний день, информация, по которой вы сможете понять, ваш ли это расклад. Очень красивая женщина. Очень много силы в ней. Много силы, много она прошла в своей жизни. Вы знаете, человек такой наполненный, человек такой сильный. Как-то много она прошла. Вы знаете, человек как-то много прошел. Есть жизненный опыт, есть какие-то, знаете, ситуации, пройденные этим человеком. Много туч уже позади, да, у этой женщины. Вообще женщина очень сильная. В ней в ней океан любви, океан неистраченной нежности, океан неистраченной страсти. Очень красивая женщина, много силы в этом человеке. Она, знаете, возможно, за какой-то своей нежной, женственным таким взглядом, она прячет очень много сил. Этот человек многое прошел и, знаете, может вдохновить и может как-то окрылить, да, поддержать любого человека, найти нужные слова для человека. У вас впереди какой-то абсолютно новый цикл, большая перемена в жизни. Потому что у нас здесь вышел момент, да, что как начинается что-то новое в вашей жизни. Что-то новое, и вы так смело смотрите вперед, и у вас столько силы, знаете, преодолеть все и радоваться чему-то прекрасному, знаете, и отбить то, что, возможно, вам не нужно в жизни. Очень интересный человек. А давайте посмотрим немножко больше. Больше вашего внутреннего состояния. Я думаю, да, колода. Какая бы колода здесь у нас про эту женщину больше рассказала? Давайте посмотрим на ангелах. Что ангелы нам расскажут? Что расскажут ангелы об этой женщине? Какая она? Какой это человек? Вы знаете, очень хорошо женщина выглядит. Однозначно моложе своих лет. И почему-то вот показывает, что некое улучшение идет в жизнь этой женщины. Некие прекрасные перемены идут в жизнь этой женщины. Будет как бы зажжена еще одна свеча. Будет момент какого-то обновления. Будет момент какой-то радости очень большой в жизни у этой женщины. Но я вам скажу, что этот человек, он молод душой. Молод и красив душой своей. То есть здесь человек, который... всякое в жизни бывает, да? Не всегда мы говорим правду, не всегда мы поступаем очень красиво. Но я вижу, что эта женщина, она как бы старается, да? Она старается, и душа ее, знаете, она как красивая душа, да? Какое-то обновление идет, обновление принесет сильный мужчина в ее жизнь. Очень может быть, что эта женщина сейчас одна, и действительно она как бы полагается всегда на себя. У меня нет какой-то, знаете, обиды, да, на прошлые какие-то отношения или каких-то незаконченных вот этих, да, тянущихся нитей. Она как бы все отрезала и наполнена любовью, да, готова в новое вступать, в новое и прекрасное. Я вижу, что эти прекрасные перемены, они идут, эти прекрасные перемены принесет сильный человек, сильный мужчина. Потому что он здесь как бы и лев, да, и вот этот лев, он как бы рядом с ней, этот человек будет рядом с ней. Это мужчина, который придет с любовными чувствами в ее жизнь. Вы знаете, что вот прямо с чистой душой, да, с чистыми чувствами. И я вам скажу, мне идет здесь, конечно, момент, все-таки женщина как бы прожила какой-то этап. И мужчина мне идет, как бы человек, который, у которого в жизни было что-то масштабное, но оно в силу обстоятельств как бы закончено, и человек сейчас может начинать как бы сначала. Очень может быть, что это, знаете, нет обиды и нет какой-то привязки к прошлому. Здесь может быть или вот чистосердечно, знаете, человек как бы отпустил ситуацию. Возможно, женщина
потеряла любимого человека, да, ну вот в силу обстоятельств, потому что нет вот какой-то злости, да, вот это ушло так, как распорядилась судьба. И я, вот и женщина наполнена чувствами и любовью, как бы в ожидании новой любви, да, в ожидании нового, да, того, что принесет ей судьба, она готова принять лучшее. А то, что ей не подходит, она как бы имеет силу, да, оттолкнуть от себя. Я вижу, что здесь идет и этой женщине мужчина. Мужчина очень такой сильный. Мужчина, который, возможно, за своим вот таким сильным состоянием, да, возможно, это человек, который при власти, который при каком-то деле, да, ну, то есть это человек, который очень хорошо стоит на ногах и очень, знаете, как бы заинтересован чем-то, то есть у него есть какой-то момент увлечения, реализованности личной у этого человека есть. Даже есть некий момент авторитета, то есть люди прислушиваются к нему как к человеку, который знает, да, очень хорошо свое дело. Я вижу, что этот человек с любовью будет проявляться к этой женщине. Я не вижу, чтобы это очень молодые люди. Нет. То есть здесь есть некий момент, как вторая жизнь, да, как вторая весна, как новый какой-то виток абсолютно в жизни, вот и у мужчины, и у женщины. То есть и у женщины была какая-то своя личная история, которая в силу обстоятельств закончилась. И точно так же у мужчины. То есть есть какая-то определенная, знаете, как одна свеча догорела, а сейчас зажигается другая свеча. Давайте посмотрим еще. Вы знаете, этих людей ждет солнце впереди. Будет все очень хорошо. Очень будет хорошо. Вот я прямо, вы знаете, я вот все-таки вот эту колоду возьму как основную в этом раскладе, да, потому что здесь прямо показала нам то, что предначертано уже женщине, то есть в твоей жизни будет зажжена еще одна свеча, еще одна любовь, большая и чистая любовь. И человек очень сильный, который не показывает своей, знаете, второй стороны. А вот эта сторона любящего мужчины, она будет открыта только для тебя, только тебе. И вы знаете, человек с чистым сердцем будет в вашу сторону проявляться. И впереди у этих людей солнце, очень такое красивое будущее вместе. Здесь может быть женщина в разводе, здесь может быть какая-то ситуация, знаете, в жизни прожитых каких-то значимых отношений, например. Например, ну вот что-то уже прожито, да, вот этой женщиной, так, вы знаете, что вот здесь идет момент некого осознания. То есть это человек мудрый, этому человеку уже многое пришлось пережить. И здесь каким-то глупостям не место. То есть здесь какие-то серьезную жизнь прожила эта женщина. Возможно, уже и вполне, знаете, такую вот значимую жизнь. То есть это зрелый человек, который, в принципе, умеет оценить прекрасное в своей жизни, да, и готов принять в свою жизнь нового человека, нового партнера. И он мне прямо так ярко вышел, девочки. Я прямо, вот знаете, вот мы сейчас... Это не был задуман расклад на встречу любви, да, но если так пошла информация для этой женщины, значит, так и нужно. Давайте посмотрим, как вы с этим человеком встретитесь вообще. Как распорядится судьба, как состоится встреча вот этих людей, как она состоится. Встреча состоится, это новое что-то, это что-то новое. Это момент не так, как было, а так, как распорядится судьба. Здесь есть ситуация, что, возможно, при какой-то компании, при каком-то, знаете, при содействии других людей, это будет официальное знакомство. Как сказать официальное? Вы можете с этим человеком познакомить, вас как познакомят, вас представят буквально друг другу. То есть, да, есть вы и есть он. И вы как бы сейчас смотрите в разные стороны, и, возможно, не замечаете друг друга или вообще не знакомы. Но будет человек, который...
который, знаете, ясно видя ситуацию, он как будет средним звеном между вами, и вас познакомят. Это прямо мне идет, как представят друг другу. Это какое-то, возможно, ну давайте посмотрим, как вы встретитесь. Ну это новое идет, это абсолютно новое, и вы знаете, это как... начинается что-то новое. Вот эта встреча, она, возможно, будет первой. Сказать, что это какое-то интернет-знакомство, я не вижу. Это реальная встреча двух людей, двух одиноких людей, ну, то есть свободных людей, которые будут представлены друг другу. При каких обстоятельствах, покажи. Это может быть момент, знаете, какой-то... Вас куда-то пригласить могут. Пока что вы об этом не знаете. Вас куда-то пригласят, и вы как-то еще будете сомневаться, идти вам не идти, то есть как на развилке будете находиться. Я вам скажу, если вас куда-то приглашают, или куда, в какую-то поездку, или в какую-то компанию что-то отпраздновать, или вообще, да, подруга вас куда-то тянет на кофе, обязательно соглашайтесь, потому что я вижу, что... Вас как должно притянуть друг к другу. Здесь будет очень такой сильный момент притяжения. И я вам скажу, что любой момент с этим мужчиной, он будет романтичным для вас. То есть это настолько, знаете, будет притяжение между людьми, столько будет интересных тем, столько будет, знаете, как слово за слово цепляется. И этим людям так приятно вместе, так приятно рядом, так как-то... Нет какой-то напряженности. Нет напряженности. Вы знаете, что здесь проходит момент, что вы с этим человеком как бы... У вас будет ощущение, что вы, как знаете, как бабочка из куколки выпорхнули. Что вам было так тесно, и так вам как-то было не видно чего-то в жизни. А вот рядом с ним вы как бабочка выпорхнули, да? И кажется, что это вот только жизнь сейчас начинается. Что вы только сейчас столько прекрасного и интересного, да, вот в жизни появляется. То есть у вас будет ощущение, как бы этот человек подает вам руку и вытягивает вас из тех обстоятельств, из тех моментов, каких-то рутин, в которых вы находитесь сейчас. И я вам скажу, что вот смотрите, здесь идет момент встреча неожиданная. Вас как потянут туда, вас как вытянут туда. Это какое-то неожиданное приглашение куда-то. И там вы познакомитесь с этим человеком, вас представят. Представят друг друга. Я вам скажу, что это какое-то красивое место. Это какой-то момент, возможно, это какое-то празднование будет. Возможно, но много людей будет присутствовать. Это может быть какое-то вот... Как бы деловая встреча, и после деловой встречи может быть как чай, кофе, да, обед как бы деловой такой. Это может быть такого типа встреча. Это может быть момент как бы какая-то конференция, и после этой конференции, да, вот какое-то расслабленное общение людей, там может произойти знакомство. Это может быть и даже буквально какой-то религиозный праздник. И как бы каждый возвращается, да, домой, на родную землю, и чтобы отпраздновать. И вот этот мужчина, он может приехать как бы на родную землю, и там как-то вот неожиданно состоится ваша встреча. Я вам даже так скажу, вы, возможно, что-то слышали о нем, об этом мужчине. Возможно, давно, да, возможно, вот как-то... Но вы как-то издали, возможно, даже где-то что-то о нем слышали, об этом человеке. Ну, давайте посмотрим. Давно, очень давно. Очень давно, возможно, вы что-то о нем знали или слышали. Или, возможно, человек очень давно в отъезде, да, где-то живет, да, ну, совсем в другом месте. Но это какой-то момент, знаете, как бы развязываются руки, меняются обстоятельства. Меняется совсем обстоятельства в жизни у человека, и он как-то вот приближается, приходит в вашу жизнь. Но я вам скажу, что это какой-то момент неизбежности. Вот момент неизбежности, то есть это то место, где ты должен оказаться, место, где ты должен быть. Очень может быть, что это какой-то день рождения может проходить. Это может быть какое-то общение, да, вот с людьми знакомыми вашими, да.
и как-то вот вас пригласят в какое-то, возможно, новое общество. Но я вижу, что здесь будет какой-то человек, и вы будете представлены. Обстановка будет для вас таковой, что будут люди, которые вам знакомы, и будут люди, которые вы видите, возможно, первый раз, или, возможно, слышали о них, но не видели, или, например, видели очень давно, то есть мало знакомые люди. И я вам скажу, что вам в этой обстановке будет очень комфортно. Этот мужчина будет уделять вам очень много времени. То есть он как-то, знаете, у вас завяжется приятный разговор, и вы как-то вот в этом общении, да, вам будет приятно вместе. И вот как там в этом общении пройдет весь вечер. Но это какое-то, знаете, такое очень приятное место и вообще очень приятная встреча. Она как-то, знаете, очень правильно пройдет. Очень как-то люди представлены друг другу, да, люди как-то подходящие очень друг другу, да, вот они как подходят друг другу, эти люди. Ну, покажи нам, да, давайте посмотрим впечатление мужчины об этой женщине, впечатление о ней. Вы знаете, очень умная, очень такая эрудированная, где-то осторожная, где-то, знаете, такая... как бы настороже, но с другой стороны в ней чувствуется вот такая романтика какая-то, да, вот у мужчины будет впечатление, эта женщина открывается только одному человеку, тому человеку, которого она любит. И эта женщина, она очень романтична, очень наполнена нежными чувствами. И вот эта ее броня, вот этот меч на готове, да, это всего лишь... как бы, чтобы обезопаситься. Но я вам скажу, что этот мужчина увидит вас настоящей королевой, очень красивой женщиной. Давайте посмотрим. Вы знаете, он будет прямо поражен до глубины сердца. И его впечатление, знаете, как бы ангел открыл дверь. Вот такое впечатление будет у мужчины при встрече с вами. Во-первых, это, знаете, как бы до глубины души, и даже если у тебя связаны руки, у тебя вырастает пара крыльев, да, что ты все равно можешь многое изменить, даже если есть какие-то препятствия надуманные или придуманные. И вот впечатление о вас, да, ну, что это просто ангел открыл двери, и все вокруг... знаете, стало светлым, стало таким интересным, ярким, привлекательным, что ваше знакомство – это большая перспектива вообще на развитие. Вы ему очень понравитесь, и у него будет прямо такое желание, знаете, действительно открыть вот эту дверь в новые отношения. Вы ему будете очень интересны. Давайте посмотрим еще и посмотрим ваши впечатления об этом человеке. Да, как вы его воспримете вообще, как он вам. Вы знаете, это какой-то баланс, которого не хватало. Это какой-то момент, знаете, увидеть душой. Вот где-то так. Вообще-то я вам скажу, подсознательно, где-то вот по прошествии определенного времени вы будете понимать, что вы как чувствовали приближение этой встречи. Вы будете понимать, что это как на руке написано было у вас, что эта встреча была судьбоносной, ее, по сути, было не избежать. Но я вам скажу, что это как бы некое вознаграждение за прошлые какие-то прожитые моменты, как вознаграждение за пережитое. Вот эта встреча как вознаграждение за пережитое. И эта встреча, она как бы создает определенный баланс в вашей жизни, дает вам то, чего вам не хватало. Давайте посмотрим еще ваши впечатления о нем. Девочки, а вы его прям парой своей, вот смотрите, вы как пара друг другу. У вас очень завяжется красивый разговор, да? Вы вот королева, он король. И у вас завяжется очень интересный разговор. Вы как друг друга понимаете, у вас какие-то общие интересы, общие взгляды. Очень как-то быстро будет идти разговор, хоть я вам скажу, что, возможно, и женщина не очень, знаете, так, как сказать, не очень она становится в разговоры с незнакомыми мужчинами, да, или с малознакомыми. А здесь, знаете, как-то так легко будет, как бы вот свой человек, да, вот как пара, как вот с одного поля ягоды, да. И вот вы его воспримете, ну вот что он мне прямо идеально подходит. Вы друг друга увидите как идеального партнера для друг друга.
идеальную пару. Ваше мнение об этом мужчине. Вы знаете, это какая-то определенная... Вот здесь прям какая-то легкость, знаете, в общении. И вот ощущение, когда вот как в детстве поймаешь рыбу. Вот такое у вас будет впечатление при этой встрече. Это какая-то радость, которую вот невозможно, знаете, ни с чем сравнить. Очень вам будет приятно с этим человеком. Вы прямо, знаете, вот как мой человек, мой партнер. Где-то будет ощущение, как молнией шандарахнуло, да? То есть такой прилив энергии, так неожиданно развивается как-то разговор, и встреча, и это знакомство. И у вас будет впечатление, что как бы с этим человеком приходит то, чего мне не хватало, чего мне... Вот чего не доставало, возможно, в моей жизни. Потому что я вижу, что эта женщина очень сильна и в жизни своей очень даже может быть реализована. И очень, знаете, как-то со всех сторон развит человек. То есть это человек, который и работает над собой, и многим интересуется, и где-то увлекается чем-то прекрасным. Возможно, да, вы любите животных, животные любят вас, да. То есть у вас есть вот этот момент, вы умеете отдавать любовь и умеете ее принимать. Вы открыты, скажем так, новому миру. И вот этот новый мир, он буквально врывается в вашу жизнь. Ну, давайте посмотрим, да, а что же возникнет между вами в этот момент встречи? Что возникнет между этими людьми в момент встречи? Десятка пентаклей, девочки, вышла. Вышла десятка пентаклей. Это, вы знаете, вот это как ангел, знаете, вас награждает. Вам вознаграждает и дает вам вот необыкновенную ценность в руки. Но вышла десятка пентаклей. Что зародилось при встрече? Что зарождается? Зарождается десятка пентаклей. Я бы сказала, что зарождается новая семья. Зарождается очень новая и красивая перспектива вот в будущем. И вы знаете, в этот момент как бы очень много как бы людей вокруг. И очень много людей, возможно... как смотрят, да, на вас, смотрят на момент какого-то зарождения нового счастья. Ну, отлично. Очень такой, девочки, расклад просто непредсказуемый. Ну, давайте возьмем еще вот на этой колоде и посмотрим. Посмотрим момент, как будут развиваться эти отношения. Давайте возьмем все-таки вот эту колоду и посмотрим вообще, какая энергия между этими людьми, потому что я вижу, что здесь зарождение новой семьи буквально, да? Эта встреча, это как на зарождение десятки пентаклей. Очень интересно. Давайте посмотрим, а чем вы его привлечете как женщина? Все же, да? Чем вы его привлечете как женщина? Вы знаете, он один, во-первых, это точно. Он свободен. И он почувствует, что вы та женщина, которую, возможно, ну вот неистово хочется обнимать, прикасаться к этой женщине. Где-то заключить ее в свой энергетический круг. И вы знаете... Ему в этот момент будет казаться, что вот это то счастье, которого очень желалось. Я вам скажу, что этот мужчина... Есть моменты, когда мужчина очень долго присматривается. А здесь такая ситуация, как бы нет никакой преграды, чтобы этот человек мог к вам проявляться. И он будет проявляться в вашу сторону. И я вам скажу, что этот человек как-то для себя... Ну, буквально, знаете, за несколько минут он поймет, да, что это любовь. Что вот с этой женщиной мне так легко, так просто, так приятно. И я хочу любви с этой женщиной. Чем вы ему понравитесь? Да всем понравитесь. И вот здесь прямо вот это, знаете, разговор за столиком. И уже все равно, что происходит вокруг вас, да. Важно тот огонь, который между вами.
очень понравится эта женщина, и прямо у мужчины будет желание обнимать. И знаете, ощущение, то наконец-то я нашел тебя, я нашел ту женщину из множества женщин, я нашел свою единственную. Я нашел ту женщину, которую я хочу любить, и с которой рядом я хочу быть, с которой я хочу идти в новое. Давайте посмотрим дальше. И я вам скажу, что ему понравится. Какой-то вот энергетический поток, он будет безграничным. И то, что вы красивая женщина в его глазах, это однозначно. То есть вот столько нежности, столько какой-то привлекательности, в меру, да, вот как-то все в меру. Сексуальность, она элегантная. Какое-то вот проявление этой женщины, ее внутренний свет, он безграничный. Эту женщину вот желание обнимать, да, и вот именно в этот момент вот ощущение настоящего счастья. Я вам скажу, что в том месте, где произойдет это знакомство, возможно, даже и музыка будет. И, возможно, этот мужчина будет иметь возможность вас и пригласить на танец, и, скажем так, в танце приобнять вас и почувствовать вот этот энергетический симбиоз, который просто сводит с ума. Давайте посмотрим, как будут развиваться эти отношения, что же будет между этими людьми. Это будет ожидание каждой встречи и притяжение просто сумасшедшее. Очень много мыслей будет о вас и у вас о нем. То есть здесь вот эта нить, она создастся сразу, и она будет, знаете, прекрасно звучать, эта нить между этими людьми. Будут какие-то сообщения, то есть этот мужчина будет очень ярко проявляться, и вы знаете, очень быстро эти отношения перейдут в фазу серьезных, потому что вот Иерофант вышел, и вышел очень даже стремительно. Да, то есть из состояния какой-то, а что же будет дальше, очень быстро вы перейдете в состояние, я уверена в этом человеке, я уверен в этой женщине, да, я уверена в этом мужчине. И ситуация двух ключей в вашей жизни появится очень быстро. Потому здесь, что здесь будет такой момент, я не хочу терять времени, я не хочу терять вот этих мгновений счастья, потому что жизнь дала мне вот этот подарок, и я желаю этим подарком насладиться в полной мере, этими чувствами и этой любовью. Как будут развиваться. Вот этот человек очень быстро приблизится в вашу жизнь. И вообще, вы знаете, как-то будет желать создать для вас оптимально красивые и оптимально приятные условия. Итак, как будут развиваться отношения между вами. Вы знаете, если... Но здесь я вам скажу, вышел у меня момент, как бы я готовился, я готовлюсь, да, какая-то подготовка. Вы знаете, этот человек будет ревновать вас, как юноша, как мальчишка. Этот человек будет вот как-то в притяжении страстное очень к этой женщине, его ощущение, что меня буквально тянет, да, вот к этой женщине невозможно просто. И здесь будет ревность. И после каких-то, знаете, в его жизни как пауза какая-то была. Возможно, этот человек какой-то период был без отношений, в силу обстоятельств или своего желания. А вот встреча с вами, она как-то, знаете, как новая кровь, как новая энергия вообще в его жизни, и столько страсти, столько огня по отношению к этой женщине, что просто остановиться невозможно. И столько желаний, направленное огня в сторону этой женщины. Вы, безусловно, будете его влечь как женщина, как красивая женщина. И здесь, знаете, вот такого чисто мужских проявлений, их тоже не избежать. Я вижу, что мужчина будет очень активно проявляться, он вообще... Знаете, очень одаренный, очень человек способный вообще, да. И как-то он очень много, знаете, как-то со всех сторон, то есть и куда-то свозить вас в красивое место, и проявление какой-то немножечко ревности, проявление безудержной страсти и нежной любви, да, и каких-то энергетических вложений, и каких-то даже и подарков, да, то есть мне для моей любимой ничего не жалко. Я вам скажу, что этот мужчина будет очень красиво за вами ухаживать. И это какой-то момент, знаете, как
как ожидаемый прямо вот сейчас этим человеком. Потому что я вижу, что его сердце, оно как бы готово принять и любить. Любить по-новому, любить так, как человек, возможно, еще никогда не любил. И у него, возможно, будет такое ощущение, что вот только теперь я готов строить настоящие отношения. Возможно, у человека какая-то вот пауза была в жизни, когда человек... Возможно, знаете, был в таком как замороженном состоянии, потому что вот в силу пережитых каких-то обстоятельств. А с вами, знаете, желание на стремительное развитие. А с вами столько страсти, столько любви, столько вдохновения, знаете, как-то жизнь бурлит, кипит. И ощущение, что я нужен, да? Я нужен, я любим, я счастлив. Я счастлив рядом с ней, рядом с этой женщиной. Как-то очень, знаете, желаний много будет у этого человека по отношению к вам. Итак, как будут развиваться эти отношения? Вы знаете, человек очень щедрым будет к вам. И вообще он как бы очень быстро примет какое-то очень важное решение. Возможно, то решение, о котором вы мечтаете, да, чего вы желаете. Вы знаете, это решение приведет к очень такой значимой... трансформации вот ваших отношений. Я вижу развитие очень такое стремительное, знаете, как-то возможно вы будете думать, ну, нужно узнать друг друга, да, вот как-то, что все будет не так быстро, а оно так быстро закрутится, завертится, и так быстро этот человек будет и активно действовать в вашу сторону, не желая ни одной минуты упустить, потому что я одинок без нее, потому что мне без нее плохо. И я хочу смотреть вместе с ней на красивое, да, говорить, обсуждать, видеть, куда-то ездить, что-то планировать вместе. Этот мужчина понимает, что направление к вам – это правильный выбор, это правильное решение в его жизни. И, возможно, он никогда не был так ни в чем уверен, как именно в этом. Вы знаете, будут какие-то моменты, которые его не устраивают. И очень может быть, что это будет момент, который касается именно, чтобы жить вместе с вами. Чтобы быть вместе с вами, потому что, да, вот у нас сразу как бы это начало десятки пентаклей, и человек очень быстро к этому придет. И Иерофант, да, который вот с двумя ключами, он указывает нам на то, что очень будет быстрое и активное объединение этих людей. Но этот человек не желает это делать как-то, знаете, по-модному, по-новому, да, о каком-то, знаете, сожительстве здесь речи не идет. Здесь идет речь, да, о том, что вы мечтаете об этом. Возможно, это будет праздником, это будет как-то вот по документам утверждено. То есть, если вы рассчитываете на что-то маленькое, этот мужчина рассчитывает, он будет желать, чтобы это было вот таким праздником вот раз в жизни. То есть здесь человек пожелает, как отпраздновать момент вашего воссоединения. И это воссоединение, оно действительно будет. Потому что здесь идет момент, я хочу расстаться со своей холостяцкой жизнью. И вы как бы создаете вместе что-то красивое, новое и прекрасное. Вы не желаете, да, то есть мужчина не желает. Это будет как праздник, это как свадьба идет. Это будет как свадьба, и здесь может даже пройти, что люди, скажем так, для кого-то, да, которые молодые, а для кого-то, которые и люди постарше. Но этот человек пожелает вот такого красивого праздника, возможно, с каким-то путешествием, да, потому что здесь идет момент, что мы как бы вместе что-то создаем, что-то планируем, что-то, да, красивое, да, какой-то, возможно, зал, какая-то организация будет. Потому что я не хочу по-новому, я хочу, чтобы был праздник, я хочу, чтобы мы начинали свое прекрасное вот будущее, да, с праздника, и чтобы этот праздник продолжался, ну, вот с нами всю жизнь, да, был с нами всю жизнь. То есть я вам скажу, что здесь о сожительстве речи не идет, здесь идет больше речь о том, что эти два ключа, этот Иерофант, десятка пентаклей, десятка кубков. Все это говорит о том, что люди будут как бы по документам. И, возможно, даже не только по документам, как бы это будет пара, которая признана, да, при знакомых, при людях. То есть это будет церемония какая-то.
красивая церемония и, возможно, даже какое-то с последующим каким-то путешествием. И очень много красивых мечтаний и планов на будущее. Я вам скажу, что этот мужчина очень будет вас ценить. И он, знаете, как-то очень уверен в себе и уже устоявшийся. Но к этой женщине он, знаете, как-то чутко будет очень относиться. И каждое ее слово, оно будет для него важным. Да, ему хотелось бы всегда похвалы, но, возможно, иногда эта женщина будет и как-то, знаете, и где-то и на место поставить, где-то и какую-то ошибку показать человеку. Но он готов принимать это от этой женщины. То есть я выбираю тебя как женщину, которой можно все, которой позволено все, потому что я люблю, потому что ты для меня целый мир. Вот такой вот у нас неожиданный расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы знаете, вас ждут прекрасные перемены. И я вам искренне этих перемен желаю. Всего вам самого лучшего, сильных и благородных мужчин, красивых ухаживаний, большой и чистой любви. И до новых встреч!